Такой, Юрий Борисович, вопрос, как состоявшийся бизнесмену в вашем крае, то есть это уже региональное крыло, где федерация хочет иметь свою, как, штаб-квартиру, да, или как это правильно сказать? Филиал. Филиал. Для здесь необходимость этого назрела или нет? Средний малый бизнес вообще имеет такую тенденцию того, чтобы такая структура появилась здесь? Ну, конечно, имеет, потому что крупный бизнес в основном сосредоточен в больших городах, промышленно, конечно, развитых, а малый и средний бизнес, основа экономики, конечно, малый и средний бизнес. А малый и средний бизнес, конечно, он должен развиваться не только в крупных городах, и здесь, скажем, в более мелких городах, в областных центрах. И то, что есть федерация это, по сути дела, это проводник между, то есть помощник, который помогает малому и среднему бизнесу для того, чтобы они знали, как развиваться, как правильно получить кредиты, как правильно вести бизнес. Это помощь. Мы, когда начинали свой бизнес, мы тогда плыли в течение, скажем так, не знали, куда что, как поплывет. Сейчас нужно подходить к этим вещам системно. Я думаю, что именно вот такие структуры, они очень полезны для того, чтобы, ну, как бы люди не теряли на это время и деньги. И сегодня то, что малый и средний бизнес будет дальше развиваться, скажем, здесь еще плюс такая помощь будет оказываться малому и среднему бизнесу здесь в регионах, это, ну, очень большое значение имеет.